Люберчанам оказывают методическую помощь при оформлении заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Наше Подмосковье». Для этого в городском округе сформированы 8 консультационных пунктов. Напомним, прием проектов стартовал 26 марта и продлится до 31 мая включительно. Консультационные пункты открыты для жителей с понедельника по четверг с 9 утра до 6 вечера. В пятницу короткий день до 16:45. Перерыв с 13:00 до 14:00. Кроме Люберец, получить консультацию специалистов можно в Томилине, Малаховке, Краскове и Октябрьском. Адресный перечень объектов опубликован на официальном сайте администрации городского округа. Отмечу, что общий призовой фонд премии в этом году составит 180 миллионов рублей. Награждение победителей запланировано на 4 сентября. Зея Газарян, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.